Привет! Ты на канале о бизнесе. Сегодня поговорим о 5 бизнес-идеях, которые будут актуальны в 2021 году, и на что следует обратить внимание, чтобы начать свое собственное дело, способное приносить существенный доход. И чтобы не упустить ни одной доходной бизнес-идеи, смотри видео до конца. И также не забывай оценивать выпуск лайком и подписаться, если идеи тебе понравятся. А теперь давай перейдем к обзору прибыльных проектов. Услуги хранения велосипедов. За несколько последних лет велодвижение привлекло к себе все больше и больше участников. Велосипед постепенно становится популярным средством для ежедневного передвижения, а не средством развлечения выходного дня. Этому способствует погоня современного поколения за здоровым образом жизни, популяризация спорта, увеличение числа автомобильных пробок в крупных городах. Не стоит упускать свой шанс заработать на всем этом, построив успешный и прибыльный бизнес. Успешный предприниматель всегда думает наперед. Тебе нужно предугадывать будущие тренды и готовить бизнес заранее. Мы попытаемся построить проект на открытии точки по хранению велосипедов. Городское жилье – это квартира, а в квартире не так много места, чтобы хранить один или несколько велосипедов. Именно поэтому мы будем предоставлять услугу в этой сфере, ведь спрос на такие предложения с каждым годом будет расти. 2021 год должен стать переломным, а ты первым, кто такую услугу будет предлагать массово. Для начала необходимо арендовать помещение. Оно не обязательно должно быть в центре, но к нему должна быть удобная дорога со всех спальных районов. Мимо должен проходить общественный транспорт. Лучше всего отдать предпочтение самому крупному жилому массиву города, ведь здесь и находится наш потенциальный клиент. Стоимость аренды помещения в 50-100 квадратных метров составит около $300-400 за месяц. Также необходимо будет проделать ремонт, установить специальные крепления для велосипедов на стене, оборудовать место для их мойки. Ремонт и обустройство еще потребует около $800 первоначальных вложений. Стоимость суток хранения велосипеда будет около $1. Также клиент может оплатить мойку, если она ему необходима. За длительный период хранения можно будет делать скидки, брать, например, $20 в месяц. В своей точке тебе удастся хранить более 100 велосипедов, а значит прибыль может дойти до $2000 ежемесячно. При этом не забывай о том, что можно продавать различные аксессуары для велосипедистов, увеличивая тем самым свою прибыль. Продажа смарт-пленки. Рынок заполнен разнообразием товаров. У покупателей глаза разбегаются. Он уже просто не знает, что ему нужно купить и на что лучше всего потратить деньги. Если и входить в сферу торговли, то предлагать что-то совершенно новое и уникальное. Планируя запуск бизнеса на 2021 год, необходимо учитывать тренды и готовность покупателей к тому или иному виду товаров. Мы построим успешный бизнес на торговле смарт-пленкой, которая может менять свою прозрачность по одному нажатию кнопки. Такая пленка не является новинкой, но в наших широтах она будет удивлять покупателя и привлекать к себе массу внимания. Сфера применения очень большая, начиная от стеклянных перегородок офисного центра и заканчивая витринами магазинов или тонировкой авто. Нам необходимо сделать хорошую презентацию и запустить рекламную кампанию в интернете, предварительно заключив договор с производителем такой продукции. Сотрудничать с зарубежным производителем. Так цена будет самой оптимальной, а условия договора никто не будет нарушать. Квадратный метр пленки обойдется тебе в $300-350. Это зависит, какой будет договоренность с производителем. В дальнейшем цена будет постепенно падать, но сегодня стоимость довольно большая. Тем не менее, не нужно приобретать запасы пленки и хранить ее на складе. Все будет по факту. Клиент заказывает у тебя пленку, а далее этот заказ уже копируется производителю. На начальном этапе необходимо будет вложить около $1000 в рекламу и в продвижение товара. Нормальной ценой за такую продукцию является цифра в $400 за квадратный метр. На одном таком метре можно получить от $50-100 чистой прибыли. А если предоставлять услугу по монтажу, то доходы еще больше увеличатся. Заказчиками являются крупные компании, поэтому деньги у них есть, и работать с ними будет довольно комфортно. Печать на стенах.
Создание уникального дизайна интерьера будет трендом 2021 года. Те предприниматели, которые принесут в эту сферу что-то новое, смогут хорошо заработать. Мы попытаемся построить бизнес на том, что будем наносить на стены уникальные изображения, которые пожелает дизайнер или клиент. При этом не будем использовать фотообои или картины, а нанесем изображение непосредственно на поверхность стены, используя специальный принтер, который работает автоматически. Основная суть данного бизнеса заключается в том, что мы устанавливаем на объекте вертикальный принтер, печатная головка которого двигается по всем трем осям. Принтер работает по принципу 3D-печати, который уже никого не удивишь. Он подключается к компьютеру, где можно выбрать любое изображение, после чего он переносится на стену. Печатать принтер может на бетоне, шпаклевке, дереве и металле. Любую поверхность можно украсить, даже стекло. Такая услуга будет пользоваться спросом среди офисных и торговых центров, среди дизайнеров, которые выполняют ремонты в домах и квартирах. Для начала работы нам нужен принтер, цена у него более $1500. Но купить эти вложения можно будет довольно быстро. Это уникальная услуга на отечественном рынке. Она привлекает к себе массу внимания, а потенциальный клиент готов расстаться с большими суммами, только чтобы на стене появился оригинальный рисунок. Стоимость одного квадратного метра рисунка на стене обходится клиенту примерно в $20. Поэтому с одного объекта мы легко зарабатываем более $100 чистой прибыли. Если сотрудничать с популярными дизайнерами интерьеров, то они будут приводить к нам хороших клиентов, которые будут платить большие деньги. В месяц принтер принесет более $1000 прибыли, окупаемость не более 2 месяцев. При этом работать такой бизнес будет в любое время. Дизайнеры предоставляют свои услуги, а мы на этом зарабатываем деньги. Продажа солнечных коллекторов. В данный момент сфера солнечной энергетики только начинает свое развитие. Специальные панели могут продуцировать только 5-6% солнечной энергии, поэтому для электростанций нужны невероятные территории. Выгоднее устанавливать ветряные станции. Они и места занимают не так много, и энергии дают больше. Но солнце можно использовать не только для получения электрической энергии и тепла. Мы будем строить свой бизнес на солнечных коллекторах, которые дают не электричество, а горячую воду круглогодично. Такими станциями можно обогревать частный дом, подавать горячую воду в душ, использовать на мойках, самообслуживание и даже производственных объектах. Основой такой установки являются трубки из стекла со специальным покрытием, которые концентрируют солнечные лучи и собирают тепло в одном месте. По этим трубкам циркулирует вода, что и приводит к ее нагреву. В жаркий солнечный день вода может нагреваться до 90 градусов, а в зимний период температура будет поддерживаться на уровне 60-70 градусов, чего вполне достаточно. На фоне невероятных электрических станций коллекторы выглядят не так интересно, но приносят они намного больше реальной пользы простым жителям. Мы будем продавать такие станции, заключив договор с производителями. Производителями могут быть даже китайские компании или европейские корпорации. Стоимость оборудования у них не слишком высокая, и мы сможем предлагать конкурентные цены. Стоимость коллектора средней мощности, чего будет достаточно для частного дома или квартиры, составляет около $350 за кубки. Продавать такой же коллектор мы уже сможем по цене более $450. Это нормальная и конкурентная стоимость на рынке. Прибыльность бизнеса довольно большая. От одного клиента мы получаем более $100 прибыли, а ко всему этому можем предлагать услугу по настройке и установке оборудования, а также зарабатывать на его обслуживании в дальнейшем. Нужно просто доказать потенциальному покупателю то, что коллектор очень полезный и действительно необходим ему, чтобы тот вложил в это деньги. Открытие станций по зарядке автомобилей. Не секрет, что будущее за электрическими автомобилями. Производители это понимают и уже сегодня продают своим покупателям удивительные модели, которые пользуются все большим и большим спросом. Например, Toyota планирует уже с 2025 года полностью перейти на производство электрических автомобилей, что уже говорит о неизменном будущем. Если у тебя есть желание на этом заработать, то начать нужно уже сейчас, чтобы воспользоваться всеми доступными преимуществами и возможностями первопроходца. В крупных городах остается актуальным запуск станций по зарядке автомобилей.
несмотря на то, что таким транспортом уже никого не удивишь, и он часто встречается на дорогах, но найти быструю станцию зарядки довольно сложно. Автомобилисты испытывают дискомфорт в этом плане. Если ты разместишь свои станции в городе, то на этом можно будет отлично зарабатывать. Для начала можно установить одну точку в правильном месте и дать возможность заряжать одновременно 2-3 автомобиля. Для того, чтобы открыть свою станцию по зарядке авто, необходимо договориться с местным поставщиком электричества, арендовать несколько квадратных метров городской земли и установить специальное оборудование, которое автоматически примет оплату и предоставит возможность зарядки авто. На организацию бизнеса и оборудование необходимо будет первоначально потратить около $1500. Стоимость одного часа зарядки составит около $4, но в среднем автомобилям придется оставаться на твоей станции около 3 часов до полной зарядки. Поэтому, учитывая одновременную зарядку сразу 3 автомобилей, в час станция в перспективе может приносить тебе более $12. За месяц можно будет получать прибыль около $700, ведь часть денег придется отдавать за аренду места, а также оплачивать израсходованное электричество. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!